Новый реалити-проект стремительно набирает обороты. Если в прошлый раз до финиша дошли 20 участников, то в этот раз в числе финалистов было уже 30 человек. И все они отмечают, что благодаря участию смогли достигнуть потрясающих результатов и приблизиться к заветным цифрам. На второй волне уже участвую. Каждый месяц по 2 килограмма скидываю. Для меня это вообще хороший результат. Мечта моя частично осуществилась. Я сейчас размер одежды одеваю 48-46. То есть уже приближаюсь к 46-му. Вот, была вообще изначально 52-го размера, то есть это моя вторая волна. Я скинула 6,5 килограмм за эту волну, за месяц. Как бы для меня это очень большой результат. Я как бы хочу большего, но дальше будем продолжать заниматься. Объемы ушли, да. Как бы, и тело стало намного подтянутее. Видно сразу, что совсем другой вид получается, да. Участники также отмечают, что им удалось не только улучшить свои внешние данные, но и приобрести уверенность в себе, и это дает стимул двигаться дальше. Многие признаются, что работа над собой в дружном коллективе стимулирует их и не дает опускать руки, что в домашних условиях реализовать сложно. Кроме того, немалой мотивацией может служить и материальное вознаграждение. Несмотря на то, что главных призовых мест 3, практически все участники реалити-проекта получили ценные призы и подарки от спонсоров и партнеров. При рассмотрении результатов судьи учитывали несколько факторов, главный из которых – это, безусловно, изменение в объемах. Главный приз – 20 тысяч рублей – достался Ольге Кожевниковой, которая изначально не верила в результаты. Когда началась волна, жаловалась тренерам, что у меня вес, наоборот, прибавляется. Мне успокоили меня и говорят, все будет хорошо. И буквально на третью неделю у меня просто вес и объемы начали просто таять на глазах. Я даже не знаю, спасибо Лине, спасибо Руслану, что за такую поддержку, за такую колоссальную работу, которую... Они говорят, давай, давай, ты сможешь, ты это сделаешь. Проект, помогающий преобразиться как внешне, так и внутренне, продолжается. И, как отмечает его автор, участие помогает не только стать лучше и красивее, но и выработать привычку здорового и правильного образа жизни в целом. Кроме того, и сами результаты, которых удалось достичь в этот раз, впечатляют. И растет география участников. Итог у нас следующий. Наши участники поставили новые рекорды, добились лучших результатов, чем в первой волне. Во второй волне были участники у нас из Москвы, были участник девушка из Ижевска. Им не помешало это совершенно для того, чтобы достичь результатов, делать тренировки, следить за своим питанием. Новая третья волна стартует уже 18 сентября, и уже есть заявки из разных городов страны. И если вы давно хотели стать участником проекта по преображению, то необходимо поспешить. Более подробную информацию можно найти на официальной странице ВКонтакте «Худей и богатей». А участники и организации реалити-проекта благодарят спонсоров и партнеров за призы и подарки. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».